текущая, еще раз говорю, и рабочая обстановка нормальная, реально. Те недостатки, которые высказаны о том, что резина там не в плохом состоянии на этих автобусах, это просто недоработка, я считаю, руководства предприятия. Можно было, зная о том, что все-таки деньги поступят по итогам 9 месяцев, можно было и в долг взять резину, каким-то образом кредитоваться. То есть это просто руководство предприятия должно было взять на себя этот вопрос. Та необъективная информация, которая представлена была руководством предприятия, она... сейчас рассматривается, проводится расследование, с руководства предприятия взяты объяснительные, ну и будут приняты какие-то решения, возможно, кадровые.